В Нахимовском училище Владивостока прозвенел последний звонок. Это уже юбилейный 5-й выпуск. Поздравить кадетов собрались их педагоги, наставники, друзья, родные, а также глава города. Обращаясь к выпускникам, Константин Шестаков отметил, что училище стало школой патриотизма, флотской дружбы и настоящего братства. И очень важно сохранить те военно-морские традиции, которые прививали здесь командиры и педагоги. Ваши наставники воспитали в вас стойкость и мужество, привили понятие о доблести, чести и, конечно, сделали все возможное, чтобы годы учебы стали для вас полезными и содержательными. А в дальнейшем вы выросли настоящими профессионалами. Я желаю успешно вам сдать экзамены, поступить в военно-морские вузы и честно служить нашей Родине. И помните, у моря нет трудного или легкого пути. Есть только один путь – славный. Парни обучались плечом к плечу 7 лет. Впереди их ждут экзамены и поступление в вузы. Трогательное напутствие во взрослую жизнь им подготовили младшие нахимовцы. Они дружно вручили выпускникам пятаки на удачу. Сами нахимовцы в этот день подарили букеты своим преподавателям, а затем, согласно давней традиции, вынесли перед строем корабельную рынду, в которую воспитанник 5 класса и выпускник отбили последний звонок. Новости на 8-м.